16 марта, 14 год, Харьков. Тринадцать с мелочью по Киеву. Это у нас Салтовская, труба Салтовской котельни, храм Матроны Московской, перманентно строящийся. Красота. Консоль. Сейчас как раз в Крыму референдум, там в правительство выбился, по-моему. Один из владельцев консоли, если не владелец основной. Симферополя в Крыму референдум по поводу отделения от Украины и присоединения к России. Снег пошел. Зачем нам снег? Так, это храм Георгия Победоносца. МЖК «Интернационалист». Тут мы уже были.